Благая идея поддержать наших земляков, находящихся на передовой СВО, как и заведено в России, в очередной раз сплотила людей самых разных национальностей, профессий, возрастов и конфессий. В Черкесске прошла благотворительная ярмарка, организованная активистами добровольческого сообщества «За наших». Ахмат Халкечев с подробностями. Несмотря на моросящую погоду, жители и гости республиканской столицы довольно активно шли к развалам благотворительной ярмарки. Людей, как они сами признаются, ведет сюда не столь нужда в покупках, сколь великое желание поддержать наших ребят, находящихся в зоне специальной военной операции. Я очень приятно удивлена. Я не знала, что такое мероприятие проходит. Молодцы, что организовали. Потому что это объединяет всех людей, все народы объединяет. Ведь все там переживают сейчас всю эту беду и проблему. На ярмарке, помимо товаров и сувенирной продукции, представлены различные блюда и угощения национальных кухонь всех народов Карачаево-Черкесии. Либжа, манты, хачины, плов, различные салаты, сладости и блинчики, конечно. Все приготовлено заботливыми руками волонтеров добровольческого сообщества «За наших». Нравится, некоторые возвращаются второй раз. Вот негатива вообще ни одного не было. Все спрашивают, какая группа, куда, что отправляем. Некоторые номера телефонов оставляют, чтобы к нам в нашу группу добавиться. Очень активно, очень понравилось. Когда они выходят на связь, всегда об этом говорят, что вот эта поддержка их воодушевляет, что они говорят, без победы мы, говорит, не вернемся. В своем желании поддержать наших военнослужащих, как говорится, морально и материально, не сильно от взрослых отставали юные патриоты. Спасибо нашим садам, какие нас защищают, нашу родину, наш Кавказ. Они самые лучшие. Желаю им, чтобы они вернулись живые домой, чтобы у них все было хорошо. Вырученные средства, как поведали организаторы, прежде всего пойдут на закупку самого необходимого. Это медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия.